Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о периодах развития. Начало социального периода – это важный период жизни ребенка. И я бы хотел сегодня дать вам один потрясающий совет, который я сам получил не так давно и намеренно стараюсь следовать ему целеустремленно. Это провести, если так можно выразиться, такой обряд посвящения. В еврейской культуре это бар-мицва, в 12 лет мальчик посвящают в мужчины. И мне кажется, что для нашего ребенка было бы важно, чтобы его родители не просто на ходу сообщили ему: все, теперь ты взрослый, мы будем помогать тебе адаптироваться в этом мире, будем поддерживать тебя, ты молодец. Почему бы не сделать это запоминающимся, чтобы наш ребенок понял, что период его взросления важен не только для него, но и для его семьи. Я сделал это со своим старшим сыном, я сделал это со своим вторым сыном, и сейчас приходит время, через несколько недель мы проведем такого рода инициацию для моей старшей дочери. Мы делаем это, заключая с ними завет, посвящая их, вдохновляя, говоря о том, что мы доверяем им, потому что мы что-то для них сделали. Я дарю моим детям золотое кольцо, они носят его на своих пальцах, показывая сверстникам, делая это открыто. Это кольцо завета, которое они одевают, давая мне, как отцу, обещание, что никаких сексуальных отношений до свадьбы у них не будет. А во время свадьбы я приму это кольцо назад и буду носить его на шее как величайшую награду моего отцовства. И если у них что-то не получится, то они просто должны мне вернуть это кольцо. Я как отец буду невероятно расстроен, но я не буду осуждать. Но знаете, никто пока из моих детей не нарушил этот завет. И я знаю, что для них это важно. Так же важно, как и для меня. Сделайте вот этот переход из дома в общество, из дома в мир запоминающимся, важным событием в их жизни.